Семинар для работников СМИ провели в Центре психического здоровья. Не первый год в регионе идет большая работа по профилактике подросткового суицида. И это дает результат. В центр за 4 месяца текущего года обратились 79 детей и 43 родителя. Это больше, чем за весь прошлый год. Обращаться за помощью не стыдно и не страшно. Об этом школьникам и студентам должны говорить родители и педагоги. Попросить о психологической поддержке абсолютно нормально. Выговориться можно родителям, друзьям, педагогу или школьному психологу. Либо позвонить по телефону доверия Центра психического здоровья. Номера указаны на экране.